Санта-Клаус пересел с оленя на вертолет, чтобы добраться до Гватемалы. Здесь, в Сьюдад-де-Мексико, его с нетерпением ждут дети, которые лечатся от рака. Эти маленькие пациенты из отдаленных деревень. Многие впервые видят и вертолет, и Санту. Добрый дедушка поздравил их с Рождеством и подарил подарки. Мы хотим, чтобы дети были счастливы, и у них осталась память о Санте, спускающемся с неба. На этот раз он прилетел на вертолете. Мы хотим подбодрить детей. А это Мальта. Здесь у Санты другая задача – покормить акулу и других рыб в большом аквариуме. Пришлось надеть гидрокостюм и научиться нырять с аквалангом. Компанию Санте составил эльф. В американском штате Мэн собрались сразу 230 Санта-Клаусов. Правда, среди них затесался и Гринч. Все вместе они покатались на лыжах и сноубордах. Такое мероприятие здесь проходит уже 21 год. Я участвую в этом мероприятии в 17-й раз. Это лучшее начало праздничного сезона. Мероприятие благотворительное. В этом году оно собрало 4 500 долларов. Деньги пойдут на то, чтобы осведомлять молодежь о преимуществах отдыха на свежем воздухе.